Здравствуйте, друзья. Меня зовут Максим, вы смотрите канал Заквайс. Вы удивитесь, но это пригород Омочи. Мы находимся в Консоблас, гора Крезент, полумесяц. Ну, я нахожусь внутри. Сейчас узнаем, сколько стоит аренда лыжного оборудования. Сегодня прохладно, но думаю, завтра потеплеет, и можно действительно попробовать покататься в этом местечке. Итак, если брать аренду оборудования, горные лыжи, ботинки и дневной ски-пас, то это будет стоить $75 на человека. Подъемник открывается в 11 утра и до 6 вечера. То есть вот $75 можно приехать с самого утра, взять в аренду оборудование, если у вас нет своего, и покататься весь день. Завтра будет солнечная погода, вполне возможно, удастся уговорить жену, и мы поедем покатаемся. Естественно, будет небольшая проблема, потому что двое маленьких детей, нужно будет как чип давать, но я думаю, как-то справимся. Вот. Сейчас главное посмотреть, какие лыжи, насколько у них хорошее качество. Вот. Но, в принципе, цены приемлемые. Сравнить со стоимостью ски-пасса в Колорадо, конечно, это копейки получаются. Сейчас посмотрим, что у них есть. Я смотрю, а то ли что у них есть. Вот, россиньолы есть. Ну, естественно, это как бы уровень такой начинающий. Я смотрю, даже не суперкар, то есть такие достаточно лыжики для бегинеров. Но, собственно, на такой горе на серьезных лыжах и делать ничего. Вот. Обидно, конечно, что мое оборудование, мои хеды остались в Москве, вот, и достаточно проблематично будет перевести. Но, тем не менее, если вот покататься денечек, можно, думаю, даже
и такой банк. Я смотрю, доски очень много достаточно. Ну вот я спросил, какие лыжи подойдут для меня. Для моего размера, у меня размер обуви 12, это анатомики такие вот, вот достаточно простенькие. Вот. Но тем не менее, да. Окей, thank you. Вот эти лыжики можно будет завтра взять покататься. Да. Я смотрю, у них здесь две очереди подъемника. Вот. Так что достаточно удобно. Ну, горочка достаточно такая примитивненькая. Чем напоминает Сарачаны под Москвой. Практически то же самое. По цене даже получается дешевле, чем вот эти безумные московские цены на подмосковные горнолыжные подъемники. Ну, на безрыбье рак рыба, как говорится. То есть, если нет возможности поехать в Колорадо и потратить просто так вот пару тысяч долларов, даже больше, за недельное катание, то вполне можно его так при градиомах покататься. Даже есть своя детская вот такая школа, где есть инструктор, который учит людей с нулевого уровня, это детишки, кататься на сноубордах, вот. Кто вообще стоять не умеет. Это, видимо, индивидуальное обучение. Так что не все так плохо в Омахах. Даже есть горнолыжный подъемник. Нашего репортажа про подъемник мы решили заехать в местечко под названием Famous Dave. Тут замечательным образом готовят разное барбекю, ребрышки, крылышки и прочее. Окей, okay, я. Мы заказали комбо. Сейчас что, пивка? Да, Зинка? Ну да. Желает. Тебя что, курс лайт? А у меня были лимон. Чё, тебе покажи это? Я просто, я очень мало пью, поэтому такое легкое. Да? Ну я лимон. Расскажи, как тебе ощущения? Насчет чего? Ну, насчет пива. Хорошее пиво. Я раньше бы такое пробовала. Да? Ну я тоже попробую свое. Я уже его раньше тоже пробовал. Сейчас попробую еще раз. Вот такое вот. Бельгийское неочищенное, такое нефильтрованное. Вполне нормальное пиво. К сожалению, это местечко, оно такое, видимо, недавно открылось. У них еще нет разливного пива, в отличие от других вариантов Famous Dave. Ну, а чтобы вы понимали, что за антураж. Это такое, сделанное под, не знаю, американскую такую ферму. Мне нравится, мне нравится. Мне нравится стилистика. Нам такая нравится, чистая фермерская такая вот. О. Лиску распозирую, сейчас мы лиску снимем. Такой стандартный типичный американский барбекю сетевой. Это же папа снимает.
Да. Видишь? Сейчас принесут блюдо, и мы обязательно заснимем. Ну, естественно, Женька. Да. Несмотря на то, что сегодня холодно, народ достаточно много. Ну, естественно, как бы, как в любом американском заведении, в углу висит огромная панель, где показывается спорт. Это как бы здесь де-факто стандарт. Народ спортом интересуется, и так Женька смотрит. Вот. Ну вот нам принесли замечательное блюдо. Вот такое комбо огромнейшее. Вот. Просто огромнейшее комбо. Сейчас будем его дегустировать. Ребенок, смотрите, как реагирует бурно. Давай, пробуй. Пробуй, бери. Ну а я с ребрышек начну. Вот. Ребрышек, салатик. Короче, тут много чего интересного есть, да?